Добрый день, дорогая. Ой, дорогая бабушка. Вы нас ожидали? Да. Или сюрприз? Мы вам сделали. Сюрприз, наверное, тоже. Сюрприз, да? Я тоже скидываю. Они всегда ожидают кого-то. Да, все ждут. Бабушка Женя, вы знаете, что это? Подарок. Опа. Продукты вам на так, зиму. Спасибо большое вам. Сюрприз. Очень особый подарок. Олечка. Есть одна женщина, которой уже за 80 лет, она вяжет, она для вас это одеяло вязала своими руками, чтобы вам не было холодно на зиму. Это вам от нее подарок. Это большое-большое спасибо, Кусе. Как это вам? Чувствуете вы ее любовь? Я передала вашу картину, вашу фотографию. Она видела и хотела, чтобы вы обрадовались на Хануку. На Хануку надо обрадоваться, правда?